Всем привет, девчонки! Сегодня влог будет начинаться не с позитивной ноты. Я, к сожалению, очень сильно заболела. Я уже писала в Инстаграме, у меня температура вчера была целый день 38,7, 38,5. Сегодня, слава богу, намного лучше, но слабость еще есть. Спасибо большое моей маме за то, что она помогает мне. Она вчера приехала, целый день сидела с детишками, особенно с Марком, потому что Алиночка, как видите, со мной не хочет расставаться. Я лежа лежу с ней, играю, читаем какие-то книжки. Сейчас вот она мажет меня кремом. Не знаю, где я умудрилась заболеть. Заложен нос, но сейчас уже с носом получше, горло. И температура, слабость, конечно же. Мы через несколько дней должны поехать в Подмосковье к родственникам на день рождения, погостить опять. И мне самое главное выздороветь, потому что там детки. Ты мне намазала ручку. Спасибо большое, Алиночка. Я уже в каком-то из влогах вам рассказывала, что я очень плохо отношусь к лекарствам, которые могут вызвать привыкание. Поэтому стараюсь лечиться какими-то народными средствами. Вот, например, вчера целый день пила чай с медом, чай с лимоном. И также капала себе в нос и промывала нос вот этим средством. Мне некоторое время назад предложили потестировать и рассказать о своем мнении. Мореназал иммунно, а я вот к таким средствам отношусь положительно, потому что это стерильный раствор морской соли с природными компонентами. То есть это не лекарство, которое может вызвать привыкание. Это средство можно и деткам от года. До года есть капельки тоже мореназала. Также это средство можно и при лактации. Как вы знаете, я сейчас грудью кормлю Марка. Помимо этого, это средство можно и при беременности. Здесь ничего вредного, это средство не вызовет привыкания. Написано, что, смотрите, профилактика и лечение ОРВИ, профилактика и лечение каких-то острых воспалительных заболеваний носа, риниты и так далее. Девчонки, так получилось, что 2 недели назад у меня мама заболела такой же болезнью, как у меня. Она целый день лежала в лёжку, и я как раз ей тоже дала это средство, потому что мне несколько упаковочек прислали, и она целый день промывала нос этим средством. Промывать как? Я вчера также промывала по 3 капли в каждую ноздрю, и вы смаркиваете. И что я вам скажу, у меня через полдня нос задышал, потому что вчера он у меня заложен был очень сильно, и помимо того, что я промываю нос, я несколько капелек закапываю в нос, чтобы все бактерии убивались. Я вам скажу, что сегодня реально намного лучше. Конечно, я посмотрю, как в перспективе это средство будет себя вести. Я в каком-нибудь влоге вам покажу, расскажу где-то через, может быть, пару недель. И хотела вам показать, чем я брызгаю Алиночки в носик. Вот таким вот мореназалом с ромашкой. Он именно от насморка, то есть он такой подсушивающий немножко. Мы сейчас ходим в развивашку, и она стала оттуда насморк приносить. Девчонки, мне кажется, когда пойдет в садик, то ли еще будет. Дозатор очень удобный, пшик такой не сильный. И Алиночка очень спокойно реагирует на эти манипуляции. В общем, на данный момент могу сказать, что средство понравилось. Будем смотреть его дальше и обязательно еще расскажу вам о нем. Девчонки, к вопросу о том, как болеть с 2 детками. Смотрите, какой довольный человек лежит. Отпустила маму я домой. У меня сейчас на 2-й день температура 37,2. И вот так вот в кровати занимаю деток. Алина смотрит мультик, уже наигралась. Сейчас немножечко дала ей на полчасика телефон. И Марк тут у меня рядышком улыбается. Поспал, покушал. И я лежу рядышком, потому что голова еще гудит, болит, и горло болит еще. Хотя уже температура достаточно низкая, уже намного легче мне. Кстати, одна подписчица мне написала, можно ли при такой высокой температуре кормить малыша грудным молочком. Девчонки, я читала, что когда мамочка заболевает, у нее в молоке начинают вырабатываться антитела, и ребеночек с молочком их получает, и это страхует его от болезни. Но даже если он немножечко заболеет, немножечко заразится от мамы, его болезнь пройдет в очень слабой форме, и он быстро выздоровеет. У меня так было с Алиночкой где-то в месяц, когда ей был месяц, я очень сильно заболела простудой, и Алиночка где-то через 2 недели, потому что у меня очень затяжная простуда была, через 2 недели подхватила от меня сильный насморк, но он у нее прошел за недельку где-то. Так что я надеюсь, что у нас ничего не будет, да, Марк, скажи? Я не заражусь, да, скажи, Марк? Я сильный мужчина, скажи, да? Всем привет, мы опять приехали в Подмосковье к родственникам, здесь очень здорово. У моего племянника день рождения, снова у другого, поэтому мы опять здесь на дня 4-5. Достали Марку вот этот вот коврик развивающий, посмотрите, как ему нравится. Тебе нравится, Марк, да? Детский садик. Марк с братишками лежит, да, Марк? Мужики. А ты что там делаешь? Иди к нам сюда. Смотрите, какой мы делаем торт. Завершающие штрихи. Красота. Что это тебе дарят, Алин? О, вау, как красиво. Ты сама клеила вот эту штуку? Нет, это заказано. Тебе нравится, Алин? Класс, спасибо. Повесим дома. Супер, спасибо. А вот это из чего сделано? Как стекло, как будто. Бумага называется пером. Супер. Она приливается, специально такую сделала. Красиво. Алин, поцелуй маму. Поцелуй Надю. Поцелуй. Она тебе такую красоту сделала. Красивая картина, Алин. Алина, это кто, Алина? Это кто? Кто это? Что тебе там тетя привезла из Португалии? Отсюда. О, Настя, нам телефон в подарок. Спасибо за телефон. Сестра ездила в Португалию, привезла нам сувениры. Мне вот такую кофточку. Да, это Настя. Смотри, какую тебе футболочку привезла Настя. Смотри, какая красивая футболочка. А это Марку, только это очень большое. Настя, я не знаю, насколько это ему лет, на 2 годика. На будущее. Мне кажется, на 2 года, наверное, 2-3, да. Смотри, 88 сантиметров, это 95, это 2-2,5 года. Посмотри, какая прелесть. А это мне ты привезла, да? Это мне. Какой тебе? Я подумала, это мне топик. Матюшка. Подожди, мне показалось, что это топ женский. Геол. Серьезно? Настя, тут написано, это 7-8 лет. Вот такой торт у нас в итоге получился. Внутри медовик, а сверху скитлс, M&M's и киткат. Мне кажется, очень красиво. Красивый торт, Алин? А это маршмеллоу в сахарной глазури. Вкуснятина, да? Сколько много! Алиночка, так тебя комары искусали, бедняжечку, да? Прям все в комариных укусах у меня, девочка. Идемте, идемте. Поднимайтесь аккуратненько, давайте. Давайте ножки поднимайте. Побежали? Это наше лето 2017. И так каждый день почти. Как здорово! Смотрите на мой стайл. Мне мама дала свою куртку, свои резиновые сапоги. Вон идет наше счастье довольное под зонтами. Залезай к Тимуру, идите вместе. Давайте под одним зонтиком. Посмотрите, какая маленькая лягушка. Какие они мягкие. Я их боюсь. Алина, посмотри, лягушка. Как здесь в дождь классно. Побежали. Все, Алиночка, пойдем домой, а то мокро очень. Посмотрите, какая здесь красота. Поля, леса, и это только малая часть. Мне одна подписчица озлобленно написала, почему я называю Подмосковьем туда, куда еду, ведь мы тоже из Подмосковья. Девчонки, да, я живу в городе Винно, это тоже Подмосковье, это 4 километра от МКАД, но там нету такой красоты, потому что это порядка 60 километров от МКАД, и здесь Подмосковье настоящее. Видите, какая природа? У нас, конечно, такой природы уже нет. Мы уже в Барыбе на 3-й день находимся, солнце нас не радует, к сожалению. Посмотрите, какой ужас. Вот так вот мы ходим. Лето у нас, середина лета. Резиновые сапоги, мой весенний-осенний плащ. Вообще ужас, конечно. Но в любом случае хорошо. Свежий воздух, зелень, так что все равно лучше, чем у нас видно. Ромашки любимые. Просто. Алин, вкусная клубничка? Какая вкусная, да, клубничка? Смотрите, сколько много клубнички. Вкусная? Мы собираем, а вы кушаете, да? Что-то не увеличивается в ведре ее. А вот это земляника. Посмотрите, сколько вкусноты. А там, видите, сколько много? Вон красненькие ягодки. Прям пошел урожай клубники, наконец-то. Уже середина лета. Вы посмотрите, я собираю, а этот человек ходит за мной и ест. Ты когда маме помогать будешь, а? Посмотрите, сколько мы много насобирали. Вкусный, Алин? Сколько клубники много, да? Если еще собирать, тут, мне кажется, еще ведра 2 можно насобирать. Девчонки, вот так мы приехали сюда. Целую неделю здесь, и вот такая ужасная погода. Дождь, ветрено, пасмурно. Вот как всегда. Сейчас уедем, и здесь будет солнце и красота. Посмотрите, мой огородник. А я в сланцах летних и в плаще. Ты огородник маленький. Ну что ж за лето такое у нас, а? Вот и уезжаем с Алиночкой. Пробыли здесь неделю. Как же здесь здорово на природе, хотя погода очень плохая. Положи на чемодан. Смотрите, у меня брат с женой купили бассейн. Мы его даже до сих пор не открыли ни разу за это лето. Он очень большой. Он, сейчас вам скажу, 4,57 метра, то есть 4,5 метра. Из-за нашей погоды летней, уже середина лета, и даже не было таких жарких дней, чтобы покупаться в бассейне. Всем привет! Мы наконец-то дома, пока отдыхали в гостях, пришла моя посылочка, которую я очень ждала. Сейчас прямо перед вами ее распаковала, чтобы показать, что же мне пришло, очень ее ждала. Это посылка от компании My Little Rembrandt. Это мастерская, у которой достаточно большой ассортимент, но самое главное, они изготовляют сувениры, памятные сувениры. Например, вы можете рисунок вашего ребенка перенести на обложку для паспорта и подарить на какой-то праздник, например, своему мужу, или, например, на браслет тоже нанести рисунок. Я вам обязательно вставлю фотографии здесь сбоку, посмотрите, как выглядят эти сувениры, это очень мило, и также гравировка. Сейчас вам покажу самый-самый главный подарок, который я ждала, но не менее я ждала и вот эти вот книжечки. Помните, я вам как-то рассказывала о коробке с воспоминаниями, которые я буду делать для Алиночки и для Марка. Для Алиночки я заказала вот такую красоту, мои первые шедевры. Обязательно, когда Алиночка заполнит весь этот альбом, я вложу этот альбом в мою коробку с воспоминаниями Алиночки. Смотрите, какая тут красота. Здесь суть в чем: вы ребеночку наносите краски на руку, и, например, здесь есть вот такие вот подсказочки. Сейчас вам покажу: семейный портрет, папа, мама и я. Мы обязательно сделаем отпечатки с мужем и с Алиночкой и оставим их здесь. Бабочка по отпечаткам, представляете, Алинины ладошки здесь будут, мне кажется, это так мило. Цветок для мамы, Алинины пяточки тут будут. Очень мило. Очаровательные цыплятки по отпечаткам. Представляете, какая милота. Обязательно с Алиночкой займемся этой красотой. Вот такие вот шарики можно сделать. Очень жалко, что тут таких идей не так много. Тут их, наверное, штук 7. Все остальное нужно будет уже придумать самим. Полет фантазии. Также тут можно не только рисовать, например, смотрите, первые фразы и веселые истории. У Алиночки очень много каких-то забавных фраз, которые она сейчас произносит, какие-то веселые истории у нас есть, которые можно здесь записывать, и потом, когда Алиночка подрастет, мы сядем с ней, будем смотреть на вот подобные рисунки ее маленьких пальчиков, читать какие-то забавные истории. Мне кажется, это очень здорово. Я когда увидела этот альбом, поняла, что он мне просто необходим. Так что советую, девчонки. Марку потом тоже обязательно такой куплю. Конечно, нам сейчас рано, но думаю, что через годик можно будет начинать уже рисовать в подобном альбомчике. И Марку я заказала, я думаю, многие видели подобные карточки, но мне понравилось, что здесь не только по месяцам, знаете, сейчас вот есть разные производители, например, смотрите, мне 4 месяца, это карточки для фотосессии, то есть вы кладете малыша, кладете такую карточку рядышком, вот, например, мне 5 месяцев. Я думаю, в Инстаграме вы у меня увидите эти карточки. Также мне очень понравились вот такие карточки, смотрите, например, ура, мой первый день рождения, дата, время, вес, рост, какой был в первый годик, моя первая взрослая еда, и вы пишете дату и какая еда первая была у малыша, например, я умею ползать. Опять-таки, вы пишете дату, когда малыш у вас пополз, мой первый зубик и так далее. Мне стыдно, девчонки, но с Алиночкой я не записывала подобные вещи. Что-то записывала, но у меня какие-то записи потерялись, потому что за 2 года у меня сменилось несколько ежедневников. А вот такая вещичка точно не потеряется. Она будет всегда вот здесь вот лежать. И потом, когда мы это заполним, я уберу это в коробку с воспоминаниями. Когда Марк подрастет, я думаю, будет очень интересно с ним открыть эти карточки и полистать, посмотреть. Мне кажется, это очень хорошая такая памятная вещичка. И самое-самое главное, что я ждала, девчонки, это вот такое вот сердечко с гравировкой Алина и Марк. Там разные камушки, они символизируют месяц рождения малыша. Я вам напишу, какие у меня камни, не помню, как они называются. Алиночка родилась в октябре, а Марк родился у меня в марте. И это, видите, получается голубой и вот такой вот красноватый камушек. Я заказала в форме браслета, я уже просто его открывала. Тут указано, что это серебро 925 пробы, изделие одно весит грамм 51, а другое 3,47. Это кулон. Кулон достаточно большой, такой увесистый, тяжелый. Девчонки, браслетик вот так смотрится на ручке. Я думаю, что я дозакажу, наверное, еще цепочку серебряную и буду периодически носить это сердце как кулончик и периодически как браслетик по настроению, по желанию. Я обязательно вам под видео укажу название этой мастерской, ссылку на сайт и на Инстаграм. Кому интересно, заходите, смотрите. И также оставлю вам промокод на скидку в 350 рублей. Мне кажется, очень приятный бонус. Девчонки, только что я сняла для вас очень важное видео про налоговый вычет. Я решила быть для вас максимально полезной. Я вообще, когда канал заводила, хотела как можно больше делиться с вами какими-то своими советами, каким-то своим опытом. Для меня это очень важно, и надеюсь, что мое видео про налоговый вычет, оно будет многим полезно, потому что я, например, не знала раньше, что можно получить налоговый вычет с лечения или с обучения. Это очень здорово, потому что, например, за последние несколько лет я очень сильно лечила зубы, потратила кругленькую сумму, и сейчас как раз буду заниматься оформлением возврата налога с этой суммы. Более детально расскажу вам в видео, надеюсь, эта рубрика будет для вас интересна. Если у вас есть какие-то темы, может быть, я в чем-то компетентна, пишите вопросы, я постараюсь снять ролики и на другие темы тоже. На сегодня, наверное, я буду с вами прощаться, надеюсь, это видео было вам интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!